Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала «Играю». Меня Дмитрий зовут, и мы снова с веб-камерой. И эта серия будет короче, чем остальные, потому что я записываю ее уже второй раз, так как первый раз что-то не записалось. С веб-камерой очень тяжело все записывать, на самом деле. Больше монтажа, больше время тратится на видео. И я уже здесь все знаю, я дойду до того места, где и в прошлый раз, вот буквально час назад я сохранился, чтобы... Ну, оно нормальное место, и как раз получается на такой интриге немножко. Поехали. Продолжение игры Кейн. Изометрическая бродилка. Вот, смотрите, у нас что осталось с прошлого момента? Записи данных, резак и мультиинструмент. В этом помещении все бесполезно, кроме ПДА. Сразу идем в ПДА, смотрим. Да. Идем сразу смотрим в ПДА и мотаем на самый, твою мать, низ. Вот пароль. Код замка. Молния плюс молния. Запомнил? Я иду... Молния плюс молния. Да? Молния плюс молния. Молния плюс молния. Это неинтересное сообщение. Все, бежим к терминалу и вбиваем этот пароль. И открываем очередную дверь, за которой нас ждет очень много интересного. Кстати, сразу предупреждаю тем, кто очень, как бы это сказать, брезгливый к этому в еде или... ко всякой вот такой херне. Сразу предупреждаю, лучше выключайте эту игру, потому что вас впереди ждет тошнотворная хрень. Мне было противно. Я не люблю такое. Ужас. Это не здесь, это, по-моему, вот здесь. Вот это. Отлично. Бежим. Нет. Какое-то уханье, будто машина работает. Еще один генератор? Что последнее ты помнишь? Я не могу. Вспышки. Больница, родные. Они... Я им не очень нравился. Добро пожаловать в клуб. Они хотели забрать у меня... Что забрать? Деньги. Имя. Потом меня бросили. Или я их оттолкнул. Почему? Они мне не подходили. Они не хотели работать, ленились. Хотели, чтобы им давали. Давали все, что им было дорого. Мне, то есть. Ну, я с мамой больше не разговариваю, а отец понятия не имеет, кто он. Так бывает. Она была холодна. Может, она всегда такая холодная? Может, я просто не с той любви? Она ясно дала понять, что я на него слишком похожа. Что она во мне и видела. Девочки, на пап похожи. Прости, Хэдли. Иногда мы невольно раним тех, кого любим. Да чушь, с поздравительных открыточек. Если любишь, не ранишь. Если любишь, то любишь. Это точно. Можешь прямо вот сейчас написать смс-ку своей любимой или любимому. Вот прямо вот сейчас. Пиши. Если любишь, то любишь. Если любишь, не ранишь. И она твоя. Или он твой. Все нормально. Идем сначала вот сюда. Тут ничего интересного. Можете даже не кликать никуда. Пол в пятнах, да и срать. Вот комната, которая... Ты испуган? Да уж не без этого. Это место. Кто мог такое устроить? Чудовище. Воняет, как на бойне. Смотри, что. Мы нажимаем сразу на рычаг. На рычаг нажимаем. Нажимай. Давай. Не ссы. Оп. О, выезжает херня. That was nasty. Плохая девочка.
Это матка, она тоже неинтересная, нам это все не надо. Мы забираем диктофон. Забирай, забирай. Диктофон Джон Керн. Джон Керн, личная заметка. Все те, у которых нет перьев и чешуи в морях или реках, из всех плавающих в водах, из всего живущего в водах, скверны для вас. Левит 9.10. Сумасшедший. Можно почитать ПДА, но там ничего нет интересного, насколько я помню. Профессор Джон Мин. Они хотели вырастить Кейна. Клонирование непредсказуемо. Клонирование личности невозможно. Похоже, они использовали что-то особенное. Под названием Саманта? Так, ну здесь ничего нет. Никаких паролей в этом ПДА точно я не находил. Так что, в принципе, ничего здесь нет. Здесь ничего нет и ничего не надо. Мы забираем вот это бич. Обязательно не пропустите бич. Ну, насколько я понял, это какой-то провод. Просто провод типа тюльпана подключается вот он к телевизору. И все. Пока, насколько я был здесь, ну... В нескольких комнатах я уже был здесь, и он мне нигде пока не пригодился. И теперь мы идем сюда. И. Сейчас я посмотрю, что здесь. Вот. Личинки. Противное говно. Терминал. Платформа забора. Калигула, Влад временно удален из питомника при помощи контейнера с приманкой. Владом зовут вот эту вот личинку. Это какой-то кошмар. Червяк Влад. Вот очередной пароль. Молния. Крест, флажок, плей. Молния, крест, флажок, плей. Запомнил? Молния, крест, флажок, плей. Молния, крест, флажок, плей. Молния, крест, флажок, плей. Молния, крест, флажок, плей. Пошли. Беги. Молния, крест, флажок, плей. Молния, крест, флажок, плей. Молния, крест, флажок, плей. Молния, крест, флажок, плей. Открыть. Сработал. Не могу же я так видеть. Я еще столько не успел. Я так могу много дать миру. Мои планы это тоже не входило. Все должно было быть по-другому. Ты молода. Ты справишься. Да. А дальше I'm что? Stuck. Я застряла. С этим ребенком. It's это не жизнь. Это нечестно по отношению к нам обоим. Есть другие выборы. Bingo. I did make a choice. Я сделала well. Выбор, и добром это не кончилось. У нас в роду женщинам с детьми не везет. Я продолжаю семейную традицию. Идем в командное помещение. So. This is where the monsters play. Значит, тут у нас играют монстры. Still no sign of anyone. Все еще никого. The plants count. Растения считать? This horrible place must have had more people. Больше людей. Смотрим, у нас тут голографический глаз, он нам не интересен. Голографическая доска объявлений Авито, неинтересно. Банка Юка-Кола нахер не нужна. Есть магнитофон, есть душистая теплица, есть погнутый шест для стриптиза. Он-то нам и нужен. Мы его забираем. Стул и стулья. Стол и стулья тоже нам не нужны. Забираем 6. Хорошо. Идем. Я говорю, идем сюда. Берем сразу диктофон. Вставляем в магнитофон. Ну, записываем какое-то говно. Голосовой файл записан. Можно мне Джозефа?
Видимо, какой-то доступ куда-то мы загрузили, и теперь у нас будет какой-то доступ. У нас есть вот эта вот палка, с которым мы смешали палку с резаком, получили самодельный рычаг, ребят. Туда. Подожди, туда. Пойдемте сразу же, я же говорю, применим. Не, подожди. А, нет, здесь ничего нет, все. Мы сразу идем, применяем рычаг там, где сломался у нас рычаг. И... сами увидите, что. Сломался рычаг в родильной лаборатории, где эта огромная матка висит. Мерзкая. Жирная. Фу. Вот здесь. Да, вот сюда. И мы берем рычаг и применяем на сломанный механизм рычага. Механизм. Разработчики, исправьте ошибку. У вас косяк. Косяк, говорю я у вас. Вы готовы увидеть говно? Сейчас оно будет. Поехали. Батюшки свет. Что могло случиться? Самое плохое. Разрывающийся живот — это самое плохое. Что ты как лобстер раскрываешь? Мне сейчас вырвет. Никогда не любил дары моря. Думаю, я их больше есть не стану. А ты любишь морепродукты? Они вкусные и полезные. Все, теперь мы забираем у плавающего трупа ЧП. Ты сможешь? Квантовое устройство хранения, сломанный ЧП, yes, точняк забрали. Ну и все, собственно говоря. Вау! И чё? Где девчонка? А, вон она, всё. Я испугался и думал, что всё зависло. Сморкается. Нехорошая девочка. Ну, на самом деле, она сказала, как это отвратительно. Настя. Фу. Всё, ребят, давайте на этом закончим, потому что... если учитывать то видео, я уже полтора часа записываю это все. Вот, загадки, в принципе, тут много. Если играть сначала и не знать ничего, там потребуется много времени. Ну, а так, сколько у нас ушло? Ну, минут 10-15. Поэтому серия короткая, да, и следующая будет длиннее, я обещаю. Ставьте лайки, пожалуйста, комментируйте, нравится ли вам мое видео с камерой. И не нравится — ставьте дизлайки, не вопрос. Пока-пока, увидимся в новых игрушках. Меня зовут Дмитрий. Пока. Что еще сказать? Удачи.